Thank you.
Сейчас проверим каждую кнопочку. Нажимаем сжимание меха. Thank you.
Баянчик тульский. Внешний вид отличный. Полностью деревянный корпус. Полностью деревянный. Без целлулоида, без всего. Идет с одним ремнем. Раньше делали с одним ремнем, только левым. Здесь шильдик тульской фабрики. Вот внешний вид такой вот. Такая накладочка синенькая, приятная. Здесь вот с таким вот ремнем шло. Раньше вот делали вот так вот. Удобно. Конечно, стоя не поиграешь, но можно и переделать на два ремня без проблем. Вот такие вот барашки два для регулировки левого ремня. Вот. Так, мех чистенький, целлулоид не потертый. Вот. Играли на нем мало. Я думаю, лет 5 поиграли. И все. И положили. В кейс так он и лежал. Кнопочки все нажимаются, ничего не западает. Вот. Механика здесь латунная. Вот. Клапана здесь деревянные. И на них сразу наклеена лайка. Без поролона, без всего. Ну вот. Так что гнить там нечему. Поролон обычно гниет там. Вот. Сделан он из качественных деревьев. Березы. Я думаю. Внутри резонаторы из березы. Сейчас сделают из сосны, которую крючит, корежит, трескается. Ведет всю. Здесь все резонаторы до сих пор все ровненькие. Не отходят ничего. Вот. Ну, умели раньше делать. Глаз, кстати, здесь еще плюс еще голоса. Вот эти голоса, язычки тонкие. Тонкие язычки. Это хорошо. Сразу отзывается голос. Сейчас делают какие-то толстые язычки. Толстые. А здесь прям тоненькие. То есть, как на заказных инструментах язычки на голосах стоят. Так, что тут еще рассказать? Так, резонаторы полностью из березы сделаны. Вот такая вот здесь интересная решеточка. Резная. Вот так вот смотрится. Две решеточки так вот. Все родное, ничего не поменено. Ну вот. Ремни родные, все родное. Есть жесткий кофр к нему, родной тоже, грамотно сделанный. Раньше грамотно делали кофры. Инструмент вот так вот хранился. Вот в таком состоянии. Вот стоя. Он, может быть, и сохранился в нормальном виде до наших дней. А сейчас сделаю, что инструмент лежа лежит. Там лайки отгибаются все. Все подваливается. И переклеиваешь все. Здесь все нормально. По-моему, даже... Нет, это... По-моему, даже перламутровые пуговицы, по-моему, даже холодят. Прям холодненькие. Здесь кнопки тоже отличаются. Толстенькие кнопочки. Очень приятно. На пальцах ложатся. На пальцы ложатся кнопочки. Сейчас делают тоненькие, а здесь такие толстенькие. Вот. Вот. В общем-то и все. Вот. Играешь спокойно. Компрессия в норме. Сейчас подниму. Вот поднял. Она
почему-то вот я встречаю вот такие инструменты. Вот у меня сколько таких инструментов было. Вот компрессия, она как бы кажется, что не очень. А на самом деле играешь легко. То есть не разжимаешь там инструмент там прямо до конца. Обычно играешь. Она какая-то мягкая здесь компрессия у этих инструментов. Вот сколько у меня таких инструментов было, она мягкая почему-то. Мягкая компрессия. Не шипит, ничего. Она вот мягенькая такая почему-то. Вот у всех вот таких вот такого типа инструмент такая вот компрессия. Я говорю, ну при этом играешь спокойно. И звук идет, и на разжимание сжимание одинаковые. Все. Так что вот так. Такая особенность, наверное, инструментов этого типа. Вот. А уже с двумя ремнями, там уже компрессия такая, более плотная. А вот у этих почему-то вот так вот. Не знаю почему. Вот если понравился, звоните.